А сейчас наша традиционная рубрика, автор которой Светлана Шепет, расскажет о фильмах, которые будут демонстрироваться на экране киноконцертного зала «Панорама» на Смоленском, 29. Добрый день, дорогие друзья! Ни для кого не секрет, что все мы любим комфорт. А где, как не в киноконцертном зале «Панорама», можно с комфортом посмотреть интереснейшие фильмы. Здесь все удобно. Парковка большая, зал большой, всем хватит места. Кресла удобные. Опять же, экран самый большой в городе. Ну и фильмы, которые транслируются, достойны нашего с вами внимания. Итак, в ближайшие дни вы можете посмотреть в киноконцертном зале «Панорама». «Крутые яйца 2». Бравый петух и его друзья должны спасти своих питомцев, которых забрали на гурманское мероприятие в Африку. И чем закончится дело, можно узнать, придя в киноконцертный зал «Панораму», посмотрев интересный мультфильм. «Приплыли». Незадачливый романтик Паша мечтает сделать предложение своей девушке, разыграв на яхте сцену из «Титаника». Однако у отца Паши совсем другие планы. Яхта нужна ему, чтобы провернуть одну не очень законную операцию. В итоге морская прогулка оборачивается чередой безумных событий, в которой запланированное кораблекрушение будет далеко не самой большой проблемой. Решала брат. Главный герой твердо решает начать жизнь с чистого листа. Но прошлое не готово так просто его отпустить. Опасные люди являются за ним прямо в реабилитационный центр. И с этого момента ему приходится пускаться в бега. Вернувшись в родной город, он пытается спасти не только себя и своего брата, попавшего в тюрьму, но и девушку Асю, которую, как и его когда-то, стремительно затягивает водоворот зависимости и криминала. Флешбэк. Алекс Льюис – профессиональный киллер с репутацией. В какой-то момент пошел против ветра и теперь вынужден отбиваться от ФБР и от криминального босса. Все потому, что убийца отказался нарушать свой моральный кодекс. Ботан и супербаба. Стеснительный ботаник Иван, ученый из Сколково, для встречи выпускников крадет девушку-андроида из научного центра и приделывает к ее кибертелу лицо первой красавицы школы, чтобы выдать покорного робота за свою жену. Он думает, что успех среди одноклассников теперь обеспечен, но есть одно «но». Какое? Можно узнать, посмотрев этот фильм в киноконцертном зале «Панорама».